В Москве пройдет европейский отборочный турнир по тхэквондо. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Директор Итальянской федерации тхэквондо Анджело Чито рассказал, что европейский отборочный турнир по боевым искусствам на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года будет перенесен в столицу. Об этом пишет газета «Известия». Уточняется, что это связано с распространением коронавируса. По информации издания, его планировали провести в Милане. В организации разъяснили, что гарантировать сдерживание и контроль над инфекцией во время проведения массовых мероприятий не могут. По словам организаторов, соревнования будут проходить в Москве с 16 по 18 апреля. Для проведения турниров были даны сжатые сроки, добавил Чито. Стоит отметить, что из-за распространения инфекции в мире отменили многочисленные спортивные чемпионаты. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!